Воскресенье в Самарской области солнечно, тепло и сухо. Температура воздуха днем 20-22 с плюсом, ночью 8-10 выше 0. Ветер южный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 19, с ночью 9 выше 0, южный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 18, ночью плюс 10, ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 21, ночью плюс 8, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 40%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.